Практически такая же квартира. Тут единственное, что чуть кухня похуже, но зато тут 4 спальни. То есть тут на всех хватит. Значит, вот она, вся квартира. Значит, вот эта кладовочка тут есть такая. Значит, кстати, тут идет выход окон в сторону, где нету стройки, что важно. И тут все окна вертикальные, они горизонтальные. Это одна спальня с балконом, кому-то повезет. Кстати, неплохой вид на Белград. Это вид во двор, тут все будет тихо. Так, и сейчас я поднимаюсь на второй этаж. Секунду. Так, вот такая лестница. Значит, и поехали. Вот это одна детская спальня с большим окном, все светло. Получка есть. Еще одна спальня, тоже светлая. И остается наша спальня, которая вот здесь тоже светлая. Два окна, много шкафов и, соответственно, еще ванная. Все, я предлагаю брать, стоит 1300 100 евро гараж.